Всем привет еще раз. Всем тем, кто смотрит мой канал, кому это все дело не надоело. Сегодня у нас еще одна посылочка. Будем ее вскрывать, смотреть, что тут на ней, в ней есть. Дошла эта посылочка достаточно быстро. В общем, не знаю, сейчас разберемся. О, это, братцы, Apple Watch китайский. Здесь все пусто. Так вот он достаточно комфортно упакован. Дальше, ну, в пупырку, понятно, а дальше вот просто в такой вот пакетик. Достаем его оттуда. Ну, ремешок. Так, вот так это выглядит. Здесь какая-то прям хрень. Ну, ремешок самая банальная, самая простая резина. Что касается самих часов, ну, то есть, конечно, это голимый пластик. Здесь, как бы, я так понимаю, что, ну, здесь что-то наклеено. Ну, в общем, давайте попробуем включить, что ли. Судя по всему, это самая большая кнопка. О, видите, что она делает? Она даже время показывает. А это, наверное, кнопка, которая, ну да, которая меняет дату, там, время, часы. В общем, часы показывают только время. Сейчас мы их оденем на руку. Слушайте, довольно-таки интересно, видите, как сделан, как бы браслетик, да, то есть, как их одевать-то? Короче, понятно, их надо одеть вот так вот, вставить вот эту вот в дырку и потом засунуть их сюда, что ли. Еще какая-то хрень. Ну, сама эта хрень, сейчас я одену его на руку. Сама, короче, вот эта вот хреновина, она стоит, сами эти часы, да, они стоят, по-моему, что-то рублей, ну, блин, 200, что ли, или 250. Ой, даже, по-моему, нет, да, по-моему, рублей 200 вот они стоят. И, как бы, можно их купить вот как, ну, ребенку там или кому-то там еще. Ну, как, скажем так, как бюджетный вариант, ну, какой-то там пародии на что-то. Сейчас считание у меня. Так, я их сделал, вот, да, к примеру. У меня просто рука в них чуть не влезает. Так. И теперь мы их одеваем. Просто я тут вот эти вот в ремешке дырочки, да, которые. Хочу вам сказать, что достаточно неудобно это делать, но, может быть, просто надо приноровиться. Вот, все. Ну вот, собственно, как-то так вот они смотрятся на руке. Вот, и как-то так вот они показывают время. Не знаю, за 200 рублей, мне кажется, как вот чисто подарок, сувенира ребенку, очень даже неплохой вариант. Тем более, что, как бы, ну, издалека, ну, достаточно сложно отличить их от Apple Watch.
Ну, как бы, вот смотрите, выбирайте, да, решайте сами. Тут все вроде работает, все переключается. Таким образом они выглядят на руке. В общем, всем удачи. Ссылочка под видео. Покупайте, если кого-то заинтересовало. Смотрите. Ну, в общем, всем удачи. Всех благ.